Да. Что, в 1000 раз он быстрее, чем транзисторный думает. Так что что там? Кто вернулся-то, а? Всем смотрите. Привет. Всем привет. Очередной выходной день, но он уже не очередной, потому что с нами Саня. Саня вернулся к тренировкам. Сегодня он придумал отличный план, как мы потреним. Будет по этому плану я уже тренирую 2 недели. Брусья и отжимания от пола. И мы постараемся не забыть вам снять фристайловую фишку, которую забыли в прошлый раз, но уже все придумано. Просто снимем. Заново, я не понял, я смекался. Давай. В общем, ребята, слушаем, сегодня у нас хорошая тренировка. У тебя такой блик на голове. Ну ладно. Меня? Да, ну от солнца. От солнца? Ладно, давай, не отвлекаемся. В общем, первое упражнение. Ну вообще, говорим систему тренинга, а потом будем по отдельности разбирать. Иди сюда. Ты, а то ты опять не услышишь. Смотри, треним мы сегодня так. Идет у нас турник сначала, мы делаем 5, чуть-чуть отдыхаем, делаем на свой максимум, чистыми подтягиваниями, как только можно. Потом, после этого... При опять... этом мы делаем с паузы 1 секунду внизу все, да, повторения. Да, с паузы в одной... И в пятерках тоже. Да, везде. Да. Потом опять 5, опять максимум, потом опять 5, максимум, дальше мы идем на брусья. Ты понял? Мы идем на брусье, делаем 10, 20, 30, 40, 50. Нашу стандартную лесенку. Потом. 5, 10, 15, 20. Потом. Мы идем опять на турник, делаем 5 максимум. Не знал? Я сам удивлен. Дальше. Возвращаемся на брусье, делаем 40, 30, 20, 10. Потом опять возвращаемся на турник, делаем 5 максимум. А потом обратный ход к левому и наконец-то восемь. Времени охренеть как мало, дождь ливанет. Демонстрационный сет. Всем плевать. Давай, главное, улыбайся, это же увидят люди. Давайте ускоряться, Виталик, ты нас тормозишь. Каждое повторение. Тормозишь, давай, делай. Максимум. Давай ты не будешь выяснить. Подходи к нам максимум. Давай, чтобы они поняли. Давай. На максимум не такой, типа... Главное, чаще паузы делай внизу. Шею не дергай в конце. Давай еще. 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 Еще можешь. Тащи. Еще один можешь точно. Тащи. Еще можешь. Давай. Ты мог еще один. Мог. Будет на один, если сейчас ноги не уводи вперед.
Работай только руками и спиной. Не, не, не давай, можешь. Можешь, можешь. Не тяни шею в конце. Еще два. А потом брусья. А потом опять эта штука. А потом опять брусья. Просто порадовали потеряние, что так забивают спину и руки круто. Нам... Я теперь начну вот так постоянно вытягивать. Брюки, как бы, если вот такие вот тридцаточку сделать, это может. Не, брюки. Давай еще. Не, с руками вот 35 делаю. Такими не так можно. Можешь, можешь. Еще, еще, давай, давай. Вот. Еще можешь. Еще. Еще раз, давай, можешь. Давай, давай, давай. Еще. Еще, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, пошел. Это отлично. После максимума вообще нет отдыха практически до пятерки. Потянешь? Каждый по разу. Кому как нравится. Второй подход пятерок пошел. Можно на три. Саня делает второй подход на максимум в пятерочках. Вот этот бит сухо-то, а. У него. После максимума сколько там перерыв? Нисколько. Перед. Пока все делают. Перед максимум перерывчик. А, потом? Давай, давай, сколько тебе надо сделать? 17? 20? 20. Давай. Ну давай. Все сделал, тут раз 16. Ну давай. Сейчас опять 5-5-5? Нет, да, да, да. У тебя да. А ты сколько делал? Я первый подход делал, 5-5-5 и 10. Меня просили особо камеру не двигать, подписчики. Поэтому я двигаюсь сам. У меня голова закружится, мне кажется. Давай. Третий подход. Зато они дают результат. Не, сразу же это какие-то приседания, человек на максимум уже 300 делаешь, да? Ты такой, ну когда уже? Когда уже максимум будет? Давай делай, мы... Пленка не резиновая. Максимум сделаю, расскажу. Ну когда же уже, когда, блин, надоело. Это на брусьях или на турнике? Нет, турнике. А, это на... Да, такое тоже бывает. О, сил, блин, давай, ты молодцы. Ну, я делаю варюшек, без отдыха. 5-5 высоких, потом 7. Короче, после брусьев подтягивай. Да. Потом минут отдыхаю. Снова брусья. Потом отжимания. По 6 или по 4. Давай, давай, не сможешь еще. Да рано ты говоришь. 6 сбой будет, как бы, еще один.
давай. Молодец. Еще. Шеи не тяни. Его тоже допилим в пейнте. Тяни, давай, давай. Держи руки. Руки держи. Тяни. Тяни. Давай, молодец. Второе упражнение. Отжимания на брусьях. Как Саня и сказала, лесенка до 50 по десяткам. Так что-то мы не отдыхаем немножко вообще между упражнением. Почему мы не отдыхаем, Сань? Мы отдохнули уже. Мне не нравится. А, вы отдохнули? Давай, давай. Вы отдыхали гораздо дольше, чем я. Ты сейчас не делаешь. По очереди мы идем. Да, по очереди. Нет, мне не кажется. Я решил на машине не ехать. Брусья вас ждут. Я предал фестиваль. Я предал. Время брусьев 10. Все, нет, я вот что сделал. Мы уже сделали. Я отдыхать. Хорошо. У меня плечи что-то так болят. Брось реально. А должны ноги, да? Вон парень в качестве. А не снимай ты, Виталик, как без того. Конечно, лука. 10, 20, 30, 40, 50 делаем? Да, может до 40 дойдем. Ну просто или просто? 90? Десятку можешь как хочешь. А потом совсем как хочешь. А потом как сможешь. Десятку надо качественно. Слушай, можно это выглядеть? А да, глубокие именно делаете, да? Ну, я десятку, да. Десятку, да. Десятку я глубокий сделаю. Даже я. Даже вот. Слушай, я говорю, есть наклейки? Да. Надо наклейку вот сюда. Наклейки. На сегодня все меньше и меньше одежды. А это только второе упражнение. Больше мышц, меньше одежды. Ну, хватит меня снимать, я стесняюсь. Так, я первый, потом ты, по очереди. Я думаю, вообще тогда не будем отдыхать. Да, если вместе мы будем по двое делать, мы... Да, давайте второй подход 20. Если мы не дойдем. Выживет сильнейший. Ну, мы знаем даже, кто выживет. Ну, в общем, Саня там 20 сделает, смысл отснимать. Большой отрывочек, как Саня делает 40. Правильное дыхание. Работа всем корпусом. Хотя должна быть только трицаком и грудаком. А-а-а. Как впечатление? Си-си. Си-си. Забил. Еще один качок. Кстати, новый участник. Новый участник. Потом поговорим с ним. Я знаю, что вы все хотели в этом ролике узнать больше о Насте, но Настя не пришла. Я вас. Поэтому вместо Насти у нас будет другой участник. Нет, они не случаем не вместе. Третье упражнение, мы возвращаемся на турник. Да? Да, делаем один раз 5-5-5 максимум. Один раз будешь два? Второй мы после брусьев сделаем. А, после брусьев. Хорошо. Как думаешь, показывать это всем, как еще раз 5-5-5 максимум? Или так все поняли? Я думаю, да. Как поняли, конечно. Надо показывать. Надо показывать, как мы делаем. Надо все показывать. И как это получается. Снимать все, потом ты же смонтируешь. Сейчас полтос надо будет хреначить. Подход на максимум. Давай. Тренировки после сами, турников снова идем на брусья, уже вниз лесенка. То есть, если вы дошли до 50, то вниз идете 40, 30, 20, 10. Санек сейчас 40 покажет. Я еще тоже пойду в раздевалочку, сниму кофту. В раздевалочку? В раздевалочку. А у нас там раздевалка, да? Где? Вот там есть раздевалка. Думаю, там есть домик. На нем много подходов не будем делать. Значит. Не будем, да? А ты на кулаках? Вот, дурак.
Ну давай три тогда, ладно. Давай делай, пока камера пишет. И свет прикольный стоит. Что, третий подход подтягивания, да? Да. Последний? Да. По пятерочкам? Да, по пятерочкам. Погнали пятерочку. А потом максимум 5. После него ты делаешь брусья 40. Нет, там еще Виталик. А, да, Виталик. В смысле, нет, там еще Виталик, я не могу разрушать лестницу. Очередность нельзя ломать. Я уже сломал. Как твои впечатления? Я до речи пошел. Yes. Давай. Вот такая вот тренировка получилась сегодня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. И приходите в Нескучный сад, потренируемся вместе. Также 4 июня мы будем в Петрозаводске на открытии площадки и на Кубке Балтии. Кто будет рядом, приезжайте, потусуемся вместе, потренируемся. Будет очень много крутых ребят. А в середине июня я отправлюсь в Новороссийск, Ростов и Сочи Адлер. И буду там, так что если кто хочет потренироваться вместе, пишите в комментариях, пишите на сайте, потреним. Все на сегодня, до встречи в следующих выпусках, пока! Да не прямые. Скажи что-нибудь подписчикам под конец серии. Короче, наш план немного поменялся с тренировок. И после подтягивания на максим мы сделали 3 подхода уголка. Кто-то сделал 5, да? 5 сделали? А кто-то сделал 4. После чего мы с Аней стали делать планк. Ой, не делайте, говно полное, просто. И знаете, на чем вертел? В общем, тренировка хорошая, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте, как мы, делайте лучше. Ждем ваших видео на конкурс. Давай, все, погнали.